Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении противник силами до 3 мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневая, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения Вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 1 танк, 5 бронетранспортеров и 4 пикапа. На Краснолиманском направлении подразделения Вооруженных сил Украины силами до 2 механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Ударами авиации, огнем артиллерии и оборонявшихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и 2 боевые машины пехоты. На Южнодонецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами 2 ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкая и Владимировка Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля. На Николаево-Криворужском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинская, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 4 пункта управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов-Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области. 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 3 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодная Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Альха» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.